Повысить качество контента и усилить конкурентоспособность казахоязычных СМИ. По информации Акорды, с таким предложением 23 февраля выступил глава государства на встрече с членами Национального совета общественного доверия. Там же директор Центра прикладных исследований Талап Рахим Ошакбаев рассказал президенту о его деятельности. Участники встречи обсудили новые подходы, связанные с привлечением инвестиций, а также денежно-кредитные механизмы, развитие законодательства, регулирующего сферу информационной политики. Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство продолжит оказывать поддержку отечественным масс-медиа.